Перспективы развития цифровой экономики обсудят в Ханты-Мансийске. Сегодня в окружном центре стартует 10-й международный IT-форум. В программе более 30 мероприятий. Международные эксперты обсудят цифровые технологии в экономике, образовании и медицине. Отдельно коснутся темы информационной безопасности. Она интересна как представителям органов власти, так и неправительственным организациям разных стран. В игру приехали специалисты из Индии, Китая, Пакистана, Бразилии, Южноафриканской республики, Вьетнама и Малайзии. Всего на форуме зарегистрировалось уже больше 1600 участников из 55 стран. В рамках форума развернется выставка «Технологии для всех». На ней можно будет познакомиться с новейшими достижениями в сфере инновационных IT. Так, Югра представит уникальную для России нейронную сеть. Это виртуальный помощник в получении электронных госуслуг. Впервые на IT-форуме обсудят киберспорт и индустрию компьютерных игр. Пройдут уже ставшие традиционными окружные соревнования по информационной безопасности. Мы понимаем, что киберугрозы растут год от года. В прошлом году мы обсуждали те средства защиты и те концепции защиты, которые необходимо выстраивать. Обсуждали это на международном уровне. Мы для себя в течение года прошедшего уже провели ряд мероприятий по информационной безопасности. И в качестве примера в прошлом году обсуждались DDoS-атаки, вирусы-шифровальщики. В принципе, мы вот с окончания прошлого форума как раз прошли через все эти DDoS-атаки, когда на нас нападали некие злоумышленники. На выставочной площадке IT-форума будет много интерактивных зон. Так, для детей здесь устроят виртуальный африканский зоопарк. Можно будет попробовать себя в роли гонщика автомобиля будущего. Технологии полностью имитируют эффект присутствия в такой машине. Кроме того, откроется высокотехнологичный чум размером до потолка. А еще о IT-новинках расскажет «Умный дом». На выставке свои интерактивные площадки также развернут шахматная академия, госархив, департамент здравоохранения.